сегодня мы снова с вами вместе. Кто смотрел мое прошлое видео с шаурмой, она была точно такая же. И я заметила, что то видео вышло как раз после Нового года, предыдущего. Пускай это будет такой маленькой традицией. В общем, я решила повторить. Тем более, вы давно просили снять меня видео с шаурмой снова. Итак, сегодня у нас шаурма в сырном и в чесночном лаваше. Я, наверное, сейчас перережу их пополам. Так будет удобнее. Ну вот, так-то лучше. С какой начнем? Я думаю, с сырной, с оранжевенькой. Она еще теплая. Я очень быстро бежала домой. Там картошка фри, мясо, соус, огурчик, лук. Укусите. Thank you.
общем, жду в комментариях ваших рассказов о том, как вы провели новогодние праздники, новогодние каникулы. Надеюсь, так же весело и насыщенно, как я. Увидимся.